Знаменная группа вносит государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы. В руках солдат, дошедших до победы, он рвался вверх по битым кирпичам и взвился гордо там, где родился Александр Пушкин. Приказ был взят. Победа доступить, стремясь быстрее взвиться над землей. Наш красный флаг израненный сражением плыл ярко над повешенной войной. Овеянный победами и славой, ликует там, где лишь вчера враг прославленный великою державой над миром греет краснозвездный стяг. Товарищ полковник, Тольяттинский гарнизон для прохождения торжественного марша во знаменование 76-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне построен командующий торжественным маршем подполковник Богатуров. Искренние поздравления со священным праздником Великой Победы. 76 лет назад, преодолев суровые нечеловеческие испытания, тяготы и ужасы войны, советские войска вошли в Берлин и водрузили алый флаг Победы над Рейхстагом. Нанеся сокрушительный удар по захватчикам, наши солдаты-освободители добились безоговорочной капитуляции коварного врага. Так закончилась Великая Отечественная война. Одно из самых страшных событий 20 века. Одна из самых кровавых страниц в истории нашей страны и человечества. Победа над вероломным врагом далась нашему народу непросто. Она выстрадана миллионами жизней советских солдат и мирных жителей. Их героическими подвигами, мучительной болью от тяжелых потерь. Победа выстрадана ратными и трудовыми совершениями на полях сражений и в тылу, где усилиями женщин, детей и стариков ковалось оружие победы. Вот почему наша страна поименно помнит каждого героя. Вот почему миллионы защитников Отечества сегодня встают в строй бессмертного полка и победным маршем проходят по нашим селам, городам и по всему миру. Холодный пепел мертвых не имеет защитников, кроме нашей совести. И долг каждого из нас свято чтить и беречь историческую правду о победе, передавая ее из поколения в поколение. Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны, сограждане, мы находимся перед вами в неоплатном долгу и делаем все от нас зависящее, чтобы сохранить и приумножить ваше великое наследие, заботиться и беречь людей старшего поколения, трудиться во благо родного города, региона, страны. Спасибо вам за душевную искренность и тепло, за стойкость и самоотверженный труд,
за служение Родине, крепкого вам здоровья и долголетия. Дорогие друзья, от всей души желаю жителям Тольятти взаимопонимания, гармонии, семейного тепла, добра и благополучия. С праздником! С Днем Великой Победы! Торжественно марш! Центр. Возглавляют парадные расчеты военного учебного центра курсанты Сергей Письменный, Ильфат Назмиев, Андрей Соболев, Антон Толканов, Валерий Чураев, Никита Тарасов, Всеволод Гомер, Олег Аршинский. Среди многих профессий есть та, которая во все времена была и будет достойной и востребованной в нашей стране. Это... фильма «Офицеры. Профессия. Родину защищать». На марше парадные расчеты под командованием курсантов Алексея Бублейника, Павла Уланова, Даниила Шильцова, Алексея Бурдачева, Глеба Козлова, Дмитрия Цыганкова, Ильи Борисова, Владимира Забродина. Военная подготовка в военном учебном центре ТГУ осуществляется по различным программам. Это программа подготовки офицеров для службы по контракту в вооруженных силах, программа подготовки офицеров запаса и программа подготовки сержантов запаса. Будущие защитники Родины обучаются по военно-учебным специальностям артиллерии. На марше парадный расчет курсантов детского морского центра Евгения Никонова. Командует парадным расчетом главный корабельный старшина Черкесов Матвей, участник кругосветного плавания на фрегате «Паллада». На марше юноармейцы школы имени
академика Сергея Павловича Королева, командир знаменной группы Саламова Руслана, участница второго всероссийского слета юнармии. В строю идут отличники учебы: Дрожкова Дарья, пасечник Петр, Комаров Матвей. Командует парадным расчетом майор запаса Минаев Александр Владимирович.